Женская и мужская одежда из льна. Это у нас категория экстрем. Мешок весит на 10,2 килограмма. Первым у нас идет вот такой вот женский пиджак. 10 английский размер указан. Состояние отличное. Штаны. 10 английский, 38 европейский размер. Также следов износа на штанинах нигде нет. Так, а блузка марки Cherokee. 16 английский размер здесь указан у нас. Марка TU. 12 английский размер. Также следов износа нет. Так, достаточно плотные штаны. 12 размер, марка Next указана у нас здесь. Также следов износа на штанинах нету. Да, нету. Так, юбка. Юбка у нас 12 английского размера. Так, наверное, я неправильно положил. Так правильнее будет. 12 английского размера. Также без следов износа. Штаны 14 английский размер, опять же, льняные. Также следов износа нет. Так, вот это у нас пиджак уже, скорее всего, мужской. Марка, название фирмы, размер XL. Так, 16 английский размер. Это у нас марка Peruna. Штаны 16 размера. Даже, наверное, как бриджи идут. Следов износа также нету. Марк & Спенсер. Размер здесь указан 38, насколько я вижу. Да, 38 размер. Следов износа на штанинах нет. Состояние отличное. Так, женская блузка. Здесь у нас размер 14 указан. Также без следов износа. Рубашка, размер М-ка, мужская. Штаны 16 размера. Следов износа также нет. Марк & Спенсер, это у нас, я так понимаю, майка. Размер здесь указан 14 английский. Платье. Размер, к сожалению, я почему-то пока не вижу. Но, скорее всего, он где-то... Ага. 18 английский размер указан. Сложим. Так. Следующее у нас. 12 английский размер. Опять же, штаны. Также следов износа на штанинах нет. Правда, есть какой-то волосок, но... Это поправимо. Марк Спенсер, блузка 18 английский размер указан. Марк Атмосфер 10 английский, 38 европейский размер, юбка. Шорты. Здесь у нас почему-то я размер не вижу пока. Может быть где-то изнутри. Ага, вот. 40 европейский размер указан. Рубашка с короткими рукавами марки Волсы, если я правильно прочитал, размер XL указан. Штаны. Здесь опять же у нас, к сожалению, сведения о размере нет. Юбка опять же. Outletic, написано фирма-производитель. 12 английский, 40 европейский размер. Так. Уже более длинная юбка. Здесь у нас... Так, давайте здесь посмотрим. Здесь у нас даже этикетка сохранилась. 18 английский размер указан. Ну, достаточно такая большая юбка. Штаны марки Атмосфер. 8 английский, 36 европейский размер. Без следов износа. Так, очень большие широкие шорты, наверное. Да, наверное, так можно назвать. Размер здесь указан 24 английский, 52 европейский. Так, туника марки F&F. Размер давайте также посмотрим. Здесь у нас размер указан
14-й, 42-й европейский. Так, штаны еще одни. 16-го английского размера. Так, это у нас, похоже, пиджак. Да, женский пиджак 14-го английского размера. Также следов износа нет. Правда, интересный вопрос, как он закрывается. Ну, ладно. Еще одни шорты, тоже достаточно большие, 22-й английский размер указан, марка TU. Платье. Размер здесь, к сожалению, я не вижу, но, возможно, где-то здесь указан. Так, 16-й английский, 44-й европейский размер. Пуговицы все на месте, следов износа также нет. Штаны марки «Атмосфера». 20-й английский, 48-й европейский размер. Так. И вот такая вот, можно сказать, куртка. Да, достаточно плотная куртка 14-го английского размера. Также все на месте. Замок работает отлично. На этом все.